Всем привет! Ну что ж, из Кучинга я все-таки уехал в потрясающий национальный парк Бако. Он находится всего в 1 часе езды от Кучинга. Вы, конечно же, спросите, а зачем я сюда приехал? Так я приехал посмотреть на вот этих обезьян-носачей в их месте обитания, а не в каком-то там зоопарке. Так вот, этот парк расположен на морском побережье, и чтобы добраться до него, нужно взять лодочку. Без лодки никак. Мне повезло, в этот день я цену лодки разделил еще с несколькими туристами. Бако, кстати, это очень популярное место у туристов, которые приезжают в штат Саравак, а именно в Кучинг, потому что находится недалеко от города и дает легкую возможность увидеть диких животных. Здесь очень много однодневных посетителей было. Приезжают где-то в 10-11 утра и где-то часам к 3 уезжают на зонт. Я был в том числе. Что ж, хочу вам сказать, это очень и очень мало для осмотра такого удивительного уголка Калимантана, ну или Борнео. Нужно оставаться хотя бы на 2-3 дня. Тут есть очень много троп и скучать вам не придется. Есть отельчики, дома, хостелы, можете также брать с собой палатку и разместиться в ней, но обязательно рассчитывайте хотя бы 2-3 дня, и тогда вы насладитесь парком сполна. И еще одно, приезжайте сюда, когда не будет сезона дождей. Я с утра приехал, а к обеду уже шел дождь, тоже не очень. Но все-таки, да, чуть не забыл предупредить, если приезжаете в этот парк, то на побережье как бы все классно. Солнышко, какие-то крабики лазают, но как только вы углубляетесь в джунгли, трэш, под ногами болото, жуют москиты и спасибо вам не говорят, так что обязательно классную обувь, штаны, рубашку, и тогда... А, и еще антимоскитные средства. И тогда можете смело идти в этот парк. Иначе вам не сдобровать. Проверил на себе. Пошел в шортиках и в футболке. К 5 часам вечера я уже находился в Кучинге, и мне удалось увидеть закат на реке Саравак. Он очень красивый. Советую прийти и посмотреть. А главной достопримечательностью, где бы вы ни были на этой реке, конечно же, станет мост. Спросите почему? Смотрите это видео, вы сами все увидите, а когда увидите, то обязательно сюда придете и будете ждать заката и светошоу моста. Конечно же, кроме моста здесь есть и Астана, и мечеть. Но, как бы они ни старались, мост никому не переиграть. Смотрите шоу. Для сравнения показываем, как выглядит набережная. А теперь мост. Для сравнения, как светится наша Астана в Кучинге. И снова мост. Даже, казалось бы, красивая мечеть на фоне моста не очень. Так что мост здесь вечером всему голова. Кучинцы здесь немножко подзаморочились и даже некоторым деревьям сделали подсветку. А теперь шоу всего моста.
Смотрите, пожалуйста. Думаю, если бы нашим мостам через реки также делали такую подсветку, то они бы выглядели тоже очень и очень круто, хотя бы ночью. Если вы проголодались, конечно же, по набережной вечером есть много-много-много, еще раз много, кафешек, где вы можете перекусить. Думаю, здесь не стоит бояться, потому что кучинцы и в целом малазийцы – это очень чисто плотный народ. Они за всем следят, и нигде грязи я не видел. Правда, скажу честно, я здесь ничего не ел. Но вот, пожалуйста, едят же люди. Кроме этого, здесь продают, конечно же, всякий китайский ширпотреб. Так что, если вы с детками, они тоже не будут скучать. Вот, кстати, вату продают. Разные сладости, мороженое, соки. Голодными точно не будете. С целью немножко подзаработать, делаю здесь и вот такие шоу. Молодцы кучинцы. Даже сообразили часть берега подсветить, и очень классно это сыграло с мостом. Месяц тоже старался, хотел немножко дать подсветки, но тучи ему не дали, увы, в эту ночь. Что ж, пора прощаться с кучингом. До скорых встреч. Надеюсь, вам это видео понравилось. Пока.